А в Атырау продолжается следствие по факту смерти 17-летней школьницы, которая покончила с собой сразу после пробного тестирования. Напомню, трагедия произошла в поселке Досор на прошлой неделе. Несовершеннолетняя девушка наглоталась таблеток якобы из-за того, что набрала 1 балл из 25 по математике. Однако истинная причина самоубийства до сих пор не установлена. Отмечу, что с начала года это уже 10-й случай суицида в этом районе. Сообщение о случившемся поступило к нам из местной больницы, куда была доставлена несовершеннолетняя девочка. Мы сразу же отреагировали и поехали на место, провели допрос одноклассников погибшей. Стало ясно, что это был суицид. Но следствие все еще продолжается, устанавливается причины. Классный руководитель школьницы не верит, что ее ученица могла совершить суицид из-за низкого балла на пробном ЕНТ. По ее словам, одноклассники погибшие получили еще более неутешительные результаты, а сама девочка отличалась уравновешенным характером. Каждый месяц у нас проводятся пробные тесты подготовки к ЕНТ. Не только она одна, но и другие набирали малые баллы, но никто не реагировал так. Особенно от нее я не ожидала такого. Никто даже, вот одноклассница, никто не ожидал. В этот день у нее было хорошее настроение –